Ситуация вокруг Ирана и гонка вооружений чреваты масштабными катаклизмами с тяжелыми последствиями для всего мира, заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. По всем востоку разбросаны геополитические мины замедленного действия, если можно так выразиться, в виде многочисленных конфликтных точек. Я имею в виду Корейский полуостров, Южно-Корейское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону Палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана, накал конфронтационной риторики, интенсивность прокси и гибридных войн, гонка вооружений, в том числе и ядерных, достигли критической точки. Они чреваты полномасштабными катаклизмами с тяжелыми последствиями для всего мира, сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Yeah.